Как тебе рыбка, цеца? Ну, кушай. И как тебе? Ну, это алычачини. Ну все, начинаем путешествовать, да, девчонки? Да. Куда мы идем? На концерт! Сегодня мы идем на концерт... Кого? Екатерины Бужинской. Оп-оп, и концерт начинается, погнали! Девочки, как вам Болгария? Нормально. Что вам здесь больше всего понравилось? Картошка фри нам понравилась. Очень. А для деток здесь много развлечений? Да. Так, переходим сюда быстренько. Переходим. Татьяна, а вам как Болгария? Отличные воспоминания. Море насыщенных эмоций. Эмоций, да. Здравствуйте. Привет. Подписывайтесь на этот YouTube-канал. Крутой YouTube-канал. Слава Украине, Болгарии, Литве, Литве!
хочешь мороженое, Мил? Да. Какое? 2 лир 100 грамм. Вот это. Я хочу вот это, мам. А вот смотри, там еще розовое. О, а давайте розовое. Со с клубничкой. Давайте. А можно вот тарелочку? Давайте розовое. Давайте вот баранжан. А баранжан. Потрушку. Какие такие шапочки? Какие сок, какие сок. Все? Да. Да. Сколько креманочек нужно? Одну. И одну ложку. Какого цвета? Желтый? Давайте желтый. Терминал есть? У вас терминал есть? Нет. У нас только чеки. 6.17. Мама. Что ты скажешь? Хочу молоко. Ну, сейчас. Покушать. Дай, ставьте лайки. Ставьте лайки, да я хочу покушать мороженое. Да, вот так. Смотри на маму в камеру. Это 2,80 лев, 0,5, да? Да, да. Вот здесь рыбка такая, барабулечка. Сразу жарится. 3,50 100 грамм. Рыбка цаца. Плохо видно, отсвечивает. Это все? Пока да. Ну, правильно, правильно. Это что, 20 много? Да пусть будет. Окей, это смотри. 3,13. Рыбка цаца. Тепленько, сейчас попробуем. Хочешь попробовать? Капитан Крис. Покажи ручки. Такая местная кафешечка. Что ты кушаешь? Цапца рыбу. Цапца рыбу? Ну, кушай. И как тебе? Лайкша. Вкусно? Да. Что вы скажете? Приходить сюда или нет? Проходить. Друзья, сейчас мы отправляемся встретить шикарный закат, пройдя отель «Принцесс», «Бадуров», центральный вход на пляж «Атлиман». Мы туда частенько приходим, потому что находится это место с нами рядышком. Мы сюда очень любим приходить, особенно вечером, чтобы посмотреть красивейший закат. Большая территория. Шикарный вид, да? Здесь находится памятник Стане Урдовийской, девушка на коне. Легенд, версий очень много, но все они заканчиваются одинаково. Девушка спасла Болгарию от налогов, когда пришли турки. Единственное видео нашла в интернете об этом ресторане, которое было снято 9 лет назад. Но и на тот момент этот ресторан был закрыт. Ресторанчик на воде. Пройти туда невозможно, все закрыто. Но посмотреть рекомендуем. Здесь хорошо прийти вечером, взять бутылочку вина и встретить красивый закат.
Похилилася. Захилилася. А ми штую. Я хочу тушу купити. Ну така кисленька, да? Вообще бомбическая. Ну это лычачини. Обнесем дерево. Море сегодня спокойное. Погодка супер. Девочка тоже села. А подними чуть-чуть голову, выровняй спинку. И в камеру посмотрим. Я не хочу, чтобы мы сейчас начинали спрятаться. Ну, оно завтра выйдет утром. Если рано проснемся, можно прийти на рассвет. Только будет рассвет с другой стороны. Смотри, как оно прячется. Уже половинку солнышка нет. А почему? Что ты передашь подписчикам? Всем привет, я вас люблю, я вас очень люблю, и я вас одеваю. Всем пока, и я уходю. Уходю. Подписывайтесь на это.